Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим для завтрака очень быстрые 5-минутные греночки. Греночки сырные, очень вкусные. Получаются они мягкие, нежные. Сверху сырная корочка. Снизу, посмотрите, вот такие поджаристые и очень-очень вкусные. Рецепт оставлю в описании под видео, но помните, что это всего лишь идея приготовления вкусной домашней еды. Вы всегда можете внести что-то свое. У вас уже должна стоять разогреваться сковородочка с растительным маслом. Масла совсем немножко. И опускаем наши кусочки батона сюда, нашу смесь. Нужно сделать так, чтобы они все хорошенечко покрылись нашим лизоном, так называемым. Или омлетом, в общем, как хотите, называйте эту смесь. Далее выкладываем наши кусочки на сковородочку. Огонь делаем средний, ближе к малому. На батон выкладываем чуть-чуть, совсем немного сыра. Далее выкладываем кружочки помидора. Присыпаем любыми сушеными травками. У меня орегано. И наверх опять выкладываем сыр. Здесь уже сыра берите побольше. Накрываем это крышкой и даем прожариться буквально 3-5 минут. Все зависит от того, какой огонечек вы сделали. Поджаренные греночки снимаем на бумажное полотенечко и даем слегка подостынуть. Вкусный 5-минутный завтрак готов. Очень вкусные, очень нежные гренки. Сейчас разрежу, покажу, как тянется сыр, как это аппетитно и очень-очень вкусно. Вот посмотрите, какая получается чудесная греночка. Очень много сыра, свежий помидор. Это очень-очень вкусно. Приготовьте такой завтрак для своей семьи, и я уверена, что он зарядит энергией ваших домашних на весь предстоящий рабочий день. Я желаю вам приятного аппетита. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Пусть все рецепты будут вам по карману. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Я очень рада новым подписчикам.